В предыдущей серии наша колония пережила сотни циклов, было построено тысячи блоков, и все было хорошо, пока не умер последний дубликант. Все прекрасное рано или поздно заканчивается, и сейчас самое время начать заново в обновленной игре. Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк, это Oxygen Not Included. Сегодня у нас в колонии не так уютно, как обычно, потому что, ну, как бы, еда есть. И на этом весь комфорт заканчивается. Я прошлую свою колонию убил на стриме, вы все это видели. Был рекорд в 251 цикл, это офигеть какая цифра. Следующая у меня цель 500, но это явно не сегодня. Сейчас у нас самая первая стадия, которая просто возможна. Представляю к вашему вниманию свою новую команду. Это Антихайп, Альтернативная Женщина и Пискудаст. Что ж, собственно, самое главное-то у нас. 24 августа вышла обнова под названием как-то там что-то... В ней куча всего нового. Оно как бы... Основное нововведение, основное, это вот эта вот фигня под названием иммунная система, иммунитет, бактерии, все дела. Новые проблемы, теперь прожить будет не так просто. Спасибо, разработчики, я и так не умею играть, а вы еще... Ладно, хорошо, я понял. Но помимо этого, еще много разных добавлений. Сейчас мы с вами посмотрим, что нового. Во-первых, вот эти вот штучки. Светлячок. Это, так понял, ходячая лампочка, которая даст нам свет. Прикольно. Плюс декор. Это прикольно. Малость, но приятно. Давайте начнем копать. Вот. Кстати, нас заспавнило очень даже хорошо, смотрите. Что-то громко-то, а? Нас заспавнило просто прекрасно, я даже сказал. Смотрите, куча воды внизу. Ну, не куча, но достаточно. Здесь у нас водоросли растенческая местность. Она тут везде, между прочим. Здесь у нас медоуглевые просторы. Здесь мы как раз делаем себе туалет, все дела, все такое. Угля много, самое главное, можем выкопать все и быть богатыми. Давайте. Так, ну, в принципе, нормально, да, хорошо. Вы, ребят, копаете. Наверное, сюда пока не будем прокапываться, или будем? Нет, мы сюда будем прокапываться, это очень важно. Вот так вот, давайте вот так. И сразу вот сюда. Потому что у меня всегда проблемы, знаете, с чем? Вот у нас 21 тысяча еды, я так думаю, ха! Ну еды-то много. Ай, нажрутся они до отвала, нормально все будет. А потом проходит 10 циклов, еды нету, и я уже психую, потому что нечего жрать. Всегда в этой игре нельзя откладывать дела. Нужно всегда, чтобы всего было много. И нельзя дождаться, пока что-нибудь кончится. В смысле? Ты что, дура, что ли? Ты так выглядишь, как будто тебя негры в очко поимели. Эй! Альтернативная женщина! А, за ней бежит Норник. Ну ладно. Кстати, Норник. Теперь он называется Норник, а не Хач. Русификатор, видимо, тоже обновился под новую обнову игры. Ух, что это такое? Опустошитель бутылок? Чего? Опустошает бутылки, отправляя жидкость обратно в мир. Бутилятор закачивает жидкость в бутылки для транспортировки. То есть теперь нам нельзя будет просто в карман воду наливать. Теперь нужны специальные штуки для бутылок. То есть типа колонка, как вы знаете, идете такие по деревне с пацанами такие в детстве. Ха-ха, ребята, сушит горло, попить нечего. Колонку вижу вдали, пойдемте пить. Вот здесь типа то же самое, ну ладно. Да что ты бегаешь? Антихайп! Рилток! Чего они все боятся этих монстров? Его нельзя здесь содержать. Они все с ума сойдут, ладно. Давайте для ночи сделаем им кровати. Чинь. Давайте, работаем. Изи. Think about it. Что? Дверь безопасности. То есть, I'm not understand. Fuck you giving me open joke. Русский я знаю только, английского не знаю. Че это такое-то, твою мать? То есть они в игру добавили не только светлячков, а еще и какие-то штуки, которые спавнятся. То есть, какие-то руины или, короче, в этом астероиде жили древние светлячки, которые построили древние двери. И мы здесь не одни. Вот на этом астероиде, да, получается? Или что? Кстати, у нас фиговое расположение. Вокруг нас одни болота. Одни болота вокруг, где мне лед искать? Я, конечно, понимаю, спасибо за воду, спасибо за растения там, за уголь. Но, блин, лучше бы вместо чего-нибудь этого мне дали бы ледяной биом рядом. Так, я уже подобрался к воде потихоньку. Я так понял, они ее не смогут забирать голыми руками. Окей. Проблемы новые появляются в игре. Я дебил! Я построил массажные столики. Койка, нам нужны койки. Какой же даун, а? Ну все-таки, так, смотрите, тут у нас очень много нового. Так, ну сбой урожая, это понятно, убрать, вот, дезинфекция. Вау. Переносчик микробов. Источник микробов, пищевое отравление, слизь. Чё за говно? Стоп, пауза. Так, смотрите, беленький цвет, что значит?
источник микробов. Так, ну я так понял, я теперь не доживу до 250-го цикла, я доживу до 34-го максимум. С такими-то, блин, а? Писку даст? Думаю, даст. Давайте работать. О, давайте, давайте копайте, господа. Кстати, смотрите, я еще... Вот как хорошо получилось. Когда здесь был норник закапан, и когда я делал пол, он упал вниз. И теперь у нас два хатчика внизу бегают. Это очень удобно. Они в отдельности от нашего выживания будут бегать нам, делать вот из песчаника нам уголь, и хорошо. Так, давайте, докапывайте быстрее. Ускоряйтесь, господа. Сейчас все будет хорошо. Так, все, они устали спать. Блин, а вот я смогу ли я поставить туалет хотя бы? Давайте посмотрим, что здесь нового появилось. Смотрите, еда, службы, ну понятно. Ак, умывальник, смотрите-ка. Удалять некоторое количество микробов из дубликантов. Видимо, полезная вещь, надо потом с ней поработать. Станции, мебель, источники. Смотрите, они сделали его более высоким. То есть теперь он требует 3 блока высоты, а не 2. Это, кстати, удобно. Очень даже удобно. Не знаю почему, но мне так нравится. Наверное, я просто глупый. И, кстати, вы можете пока, если нечего делать, подкопнуть уголя, чтобы нет. И вот этот подкопнуть, чтобы повыше было ходить. А то некоторые в припрыжку бежит. Ха-ха-ха-ха. Наверное, прыгает голова, потолок бьется. Не надо так, человек. Ты у нас антихайп. А антихайпы должны быть живыми. Так, ну я так думаю, смотрите, вот эту штуку мы выкапывать не будем. Оставим ее здесь. То есть эта лестница будет концом базы. Развиваться будем вот здесь. Здесь у нас уже есть пустое пространство. Здесь будет удобно все строить. Не нужно ничего копать. Лишнее место, лишнее все. Водоросли там. Все нормально, все отлично. Здесь у нас будет ферма, я так думаю. Как раз кислород, он же поднимается вверх. И здесь вот будет все обогащено хорошо. Первую ферму сделаем как раз вот здесь. Да вообще не будем дальше копать. Зачем нам дальше копать? Сейчас здесь сделаем ферму. И все, еда есть. В общем, все, забили на еду. Так, а что это здесь у нас за биом такой? Гранитовый. Сумеречная шляпка. Так, это на новые растения. Блин, они прямо грандиозную обнову сделали. Чё ты делаешь? Антихайп. О боже! Нет! Что творится? Все, нам уже капец. Пищевое отравление, контакт с зараженной едой. Стоп, смотри. 1200 микробов, пищевое отравление. Загрязненная земля. Ё-моё, 100 тысяч микробов. Вы чё? Так, ладно, стоп. Это ещё... Нет, смотрите. Так, туалет здесь. Здесь у нас душевая. Короче, вот здесь вот сделаем стенку где-нибудь. Точнее, шлюз. Вот, где-нибудь вот здесь вот. Туалетная зона здесь будет окончена. Вот такую вам большую туалетную зону даю, а вы, блин, грязный ходите, нормально. Нам нужно сделать, наверное, очищалку для рук. А, где это? Вот, умывальник. Наверное, стоит сделать его все-таки здесь. Давайте, посмотрим. А как разбираться с водой? Смотрите. О, смотрите, она очень продуманная, оказывается, херня. Ее можно поставить вот сюда вот, и она будет качать из-под низа воду. Ну, окей, давайте посмотрим, как они с этим справятся. Да. Ребят, давайте. Приоритет на 7. Шик. Бутылочка готова. Ну, нормально. Все прекрасно. А это что такое? Ой. О, сколько всего. Смотрите, то есть шлюз можно настроить, в какую сторону можем будет ходить. То есть только выходить, либо только входить. Не у всех может быть доступ. Ох, как все круто. Как все усложнено и круто. Умывальник. Количество микробов снижается постепенно. Так, а у них снижается? Стоп. У них не снижается количество микробов. Стоп, а как работает мой умывальник? Стоп, так, женщина альтернативная. Идти вот сюда. Та-та-та-та-та, сейчас у нее 43200. Па-па-па-па-пам. Вот как это все работает. Я понял, смотрите. Эта штука у нас работает в виде... Я умный, я додумался. Смотрите, они покакали, бегут. Хоп, умывают руки, убегают. То есть нужно сделать вот так вот. Чтобы они умывались здесь только тогда, когда идут из туалета. А когда заходят, чтобы не умывались. Все, теперь я понял, как это работает. А, у нас есть дезинфекция. Опа. Опа. Опачки. Мы можем продезинфицировать. Все это говно. Пыш-п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 ыш. Все чистенько, замечательно. Молодцы. Так вот и надо. Я разобрался. Все. Чё вы такие? Чумазы, холодное окружение, а им холодно. Ладно, так, эта штука не требует электричества. Электричество не требует ничего, все нормально. Нам нужно построить быстренько этот самый научный центр. Проводок пошел, проводок полетел, построил, хоп, теперь мы умными будем. Так, писку даст. Ты что работаешь?
Нам нужно настроить их еще. Так, Сэм, антихайп, чем ты у нас прославлен? Творчество. У антихайпа творчество, у других, значит, не будет творчества. Альтернативная женщина у нас прославлена копанием, прославлена кулинарией, да. Ты будешь готовить еду нам. А пискудаст наукой, да? У нас два деревенщины, оказывается. Антихайп, альтернативка. Вы шо? Пискудаст единственная, блин, умная женщина здесь. Потому что она знает, что пискудаст. А это умное решение. Все. Больше пока нет ничего настраивать, это самое минимальное, что нужно. Работайте, исследуйте, живите, не умрите. О-хо-хо, ой-ой-ой, сколько сразу действий. И исследование завершено, и новый дубликант. Давайте посмотрим, что там за месье у нас, во-первых. Так, иммунитет, наука, строительство, творчество, атлетика, кулинария. Да давайте никого не будем брать, нет, пока там не надо. Пока ж троих хватает. Так, исследование завершено, наука, давайте выберем следующее. Следующее нам нужно... Нам нужно добраться до чего? До вот этой штуки, освежитель воздуха. Поэтому водопровод качаем. Качает, господа, пискудаст. Я тут строю комнату туалета. Вот таким вот образом странным, да. Не обращайте внимания. Потому что отсюда они не достанут до потолка. Так что я решил вот так вот все это сделать. Чтобы потом на это время не тратить. Нормально, нормально. Ого, нифига себе вы! Склад уже заполнили, капец. Я построю второй на всякий случай здесь. Потому что что-то нахер, ну лучше, лучше пусть хранится здесь, чем валяется. Кстати, что с дехором у нас? Дехором. Что с дехором? Ха! Господа, что с дехором? Дехор в норме. В норме, да. Угу. А, вы спать пошли, да, господа? Ну, спокойной ночи. Писку даст. Надеюсь, что ты дашь свою писку. Антихайп, если он проснется ночью и захочет твою писку взят. Надеюсь, все будет хорошо. Снова исследование завершено. Прекрасно, превосходно, господа. Осторожнее работайте. Как так, как на быстро так исследует? Офигеть. Плюс 7 науки, а так работает. Все. Давайте, освежитель. Скоро нам пригодится для... Вот, уже 6 посещений, и скоро он будет выделять из себя грязную почву, которая будет вонять. Токсичность, все дела, все плохо. Так, что у нас с кислородом? А что ты не работаешь? У нас нет водорослей, что ли? Да, водорослей нет совсем. Надо их выкопать немножко. А, вы слышите это? Новая музыка в игре. Вот. А, прикольно, новая расслабляющая музыка, которая позволит нам сидеть и наслаждаться игрой. Прикольно. Обнова реально обширная и прям большая. Я выкопал здесь все водоросли, выкопал здесь уголь некоторый, который нам может пригодиться. Все это мы сейчас сложим в сундуки, чтобы все лежало, себе радовалось. Вот такие вот дела. Что это такое? То есть смотрите, в чем прикол. Теперь воду можно складывать в сундуки и хранить в бутылках, да? Смотрите, стоп. Нет, видимо, я ошибаюсь. Видимо, я неправильно это понял. Бутылка так бутылка. Хорошо, пусть валяется. Куда он ее берет, я не знаю. Вот смотрите, я поручил собрать. Посмотрим. Наверное, вылет сюда или... Я хрен знает, что он с ней сделает. Так, у нас исследовалось, я же забыл совсем. Освежитель воздуха, на всякий случай поставим сюда его сразу, потому что он скоро пригодится, я знаю точно. Миксер, нужно посадить растения, точно. Семена, рассаживаем. Так, я еще посажу вот здесь вот 3 ящика. Думаю, скоро будут семена, чтобы посадить, поэтому пусть они там будут. Все нормально. Все, очистка идет полным ходом, да? Антихайп, давай. Антибактериальную... У тебя все, что с приставкой анти, должно получаться хорошо. Антибактериальная работа. Ну и антихайповая работа тоже твоя, в принципе. Я уверен, что этот видос не наберет больше 2000 лайков. Блин, камон. У меня в персонажах антихайп. Это все объясняет. Так, у меня появились новые проблемы. Так, во-первых, здесь вот. Сколько еще раз скажу слово так. Так! Вот это вот уже интересно. Нейронный подстройщик. Черт возьми, что это? Что это такое? Я так понял, дверь закрыта на замок. Авто закрыто, да, значит, она стоит на закрытое, то есть ее заперли. И пробраться сюда. Ой. Ох, нифига себе, у меня эмоции. Можно только через вот эти дырки. Но я пока не буду этого делать, потому что. Или буду. А, я буду это делать. Я должен сюда пробраться рано или поздно. Нормально, все. Все нормально, я проберусь. Копаем все здесь на девяточку. Так. Нужно построить здесь блоки будет. Чтобы токсичность ушла. Так, отлично. Давайте на X3 пусть они идут сюда работать. Так, а к двери-то я не проберусь. Чё я такой дурак? Стоп. Здесь сейчас глупо я поступил здесь. А мы можем ее открыть.
Эта дверь требует поставки. Предоставить образец для разблокировки. Давайте сначала прокопаем хотя бы. Мне уже интересно, что здесь и как. Давай, пискудаст. Давай, работай. О-о-о-о-о, услышу звук ненависти. Нет, на самом деле это звук добра. Нам дают новых людей. Кулинар? Тошнотник. Это что? Не может копать? Нет, там мне не нужна такая. Пацифист. У нас сколько пацифистов? У нас все пацифисты, что ли? Они все боятся монстров. Технарь, механик у него, кулинария, иммунитет. Нужен ли нам четвертый сейчас? Видимо, нужен. Он будет механик-кулинар. Ты будешь сеновал напечатать. Ах-ах-ах, сеновал. Тебе нужно где-нибудь поспать. Ты устал? Спи здесь. Что там у нас? Какие прогрессы? Давайте, копайте. Скоро доберемся. О-о-о, чё он сделал? Вы видели? А-ха-ха. Чё? Отпечаток пальца помог. Опа, исследование завершено. Превосходно, газовая труба. Yes, мы можем ставить блоки. А теперь будем как раз декор делать. Все, давайте декор. Хочу картин повесить везде. Да так много, что все обосрутся. Пискудат. Нейронный подстройщик. Ча? Массивный синтетический мозг, погруженный в физиологический раствор. Так. Что это происходит? Чё за говно? Процесс завершён. Нейронная постройка завершена. Фух. Пискудаст еще не отправился от процесса. Мозг до сих пор немного вибрирует, но этот дубликант еще никогда не чувствовал себя лучше. Пискудаст получил новую черту крушитель. Крушитель невероятно сильный. Чёрт! Эта штука, она... Так, стоп, а это чё? Чё он такой маленький стал? Не осталось зарядов. Так, то я так понял, мозг этот будет наполнен опять чем-то, и мы посадим сюда дубликанта, которому сможем дать какую-то способность. Вот эта девушка получила силу 10. Теперь она может переносить все в своей жизни. Охренеть! Вот это да! Собственная научная станция. Я об этом только и мечтал. Оу, смотрите-ка! Я нажал осмотреть это строение, которое нам мозги дает. Увлекательные воспоминания уже не присущи нашим подданным. Однако ни один из них пока не проявил признаков узнавания, когда был подвергнут схожим условиям симуляции. Ничего не понял. Отсылка к эксперименту 7D-7F. Воспоминания должны быть физически встроены в карты мозга наших испытуемых. Остается только вопрос о том, как. Это фрагмент журнала тех, кто раньше здесь жил. И я так понял, те, кто раньше здесь жил, они проводили опыты над дубликантами. То есть, опыты над интеллектом. То есть, нейробиология в астероиде. Вот такие вот дела. Хорошо. Окей. Давайте дальше строить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Мужчинка, как ты сюда попал-то вообще? А? 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 Светлячок. Я, конечно, понимаю, свет — это хорошо. Я, наоборот, рад, что он здесь летает. Так, вот эта фигня токсичность выделяет. Я опять стихами говорю. Чё ты не уберешь никак эту штуку? Или нам нужен опустошитель жидкости какой-нибудь? Как с ней справиться? Эта штука явно не убирается в сундуке, иначе бы я давно её убрал. Чёрт, вы уснули опять. Ну ладно, спите. Спокойной ночи, господа. Всем удачи, всем пока, да? Как говорил мой дед, когда видос заканчивал. Он просто любил видос ночью выкладывать. Это я выкладываю днем, чтобы все посмотрели нормально и лайк поставили. А дед мой всегда ночью выкладывал. Не знаю, странный он был, поэтому и все фразы его странные. Хачки, они везде уже здесь бегают. Их нужно как-то тоже огородить, чтобы они бегали здесь. И ели вот эти вот граниты и всякие осадочные породы. Потому что здесь у нас очень важная фигня. Автосбор не включен, боже. Поэтому они ничего не могут себе сделать, найти, никак не съесть. Еда 3000 осталось. Черт. Давайте, быстрее, работаем. Вот, кислород пошел, прекрасно. Смотрите, сколько оно вырабатывает, капец. Работа идет, работа кипит. Вот, лампочка, отлично. Теперь здесь свет еще, смотрите. Теперь он выделяет 44 грамм кислорода, а не 40. Да, замечательно. Вот здесь 40, да? А, здесь 40, там тоже свет есть. И здесь свет есть, потому что это светит. Офигенно, у меня все работает прекрасно. Кислород набирается, все. Колония развивается. Давайте, наверное, закруглимся на этом. 9 циклов прошло уже. Мы чё нашли? Много чё нашли. Смотрите, нашли вот чё.
Непонятную штуку, которая дала нам силу. Сделали мини-ферму, построили мини-ферму кислорода, немножко микробов. Здесь множко микробов. Но в целом все хорошо. Спасибо за просмотр. Скоро будет новая серия по Оксигену. Приходите на стримы по Оксигену. Мы с вами часто будем стримить сейчас. Это новая обнова. Тут еще куча нового будет, я уверен. Калории нужно развивать. Доживем до 500-го цикла, я вам клянусь. Ну, может быть, не этом выживании, но доживем когда-нибудь. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. С вами был Стэк. Всем пока, удачных выживаний.